Ну, дело в том, что БРИКС – это очень серьезная организация, там серьезный народ. Но если мы все-таки учтем, что Китай, Индия, Латинская Америка, то, конечно, все это возможно, и противостоять может это все. А плюс еще наш Центробанк, мы даже не представляем, что такое наш Центробанк, это честно говорю. Поэтому я удивляюсь, что до сих пор нет железных денег настоящих, серебро и золото.